Всем, кто имеет меня возможность видеть, привет. Не мог не удержаться и в это ноябрьское прекрасное утро снять пару минут просто о костре наоборот. Внизу большие бревнышки, потом чуть поменьше, щепочек сверху накидал, паутинки еловой, береста. Все дело сверху подожглось. И он аккуратненько так горит. Компактно. Вот водичка у меня там уже закипела. Можно посмотреть. Даже, наверное, слышно, как кипит. Вот. Пока я сюда добирался с этим мелким проказником, я нашел что? Правильно, я нашел чагу. Сейчас я кусочек отсюда отломлю и сделаю отличный таежный чай. Чай таежных охотников. Так он, кажется, называется. Что, и тебе надо чай? Ну на, погрызи, что. Будешь чагу грызть? Нет, ты любишь мясо. Ну ладно, такой коротенький ролик. Ни о чем. Просто для души. Всем пока.